Свободно, если вы хотите присоединиться, вам нужно к ним подойти. Ничего, нужно с ней ознакомиться уже самостоятельно. С свободным есть возможность посмотреть второй и третий этаж, где сама экспертиза. Момента, как мы только начали, так сказать, углубляться в эту идею, вот, я отдельно бы хотел поблагодарить одного молодого человека, которому вчера исполнилось 50 лет, он у нас скрывается. Роман Романович, идите сюда.